Это голливудская драма, так сказать. Нас инфицировали супергероями фиктивными. Вот у меня тоже был в детстве супергерой. Его звали доктор Айболит. И я вполне, так сказать, доволен возможностью осуществлять соответствующую деятельность. Но если серьезно говорить, то это определенный возрастной кризис. Я не знаю, сколько лет человек, который задает этот вопрос. Этот кризис может переживаться на разных возрастах, чуть-чуть по-разному. То есть это в начале первого 20-летия 20 с копейками, это 30 с копейками, это около 40. Вот. Это разные ощущения, понимание того, как устроена жизнь. Потому что чем дольше ты живешь, чем больше ты понимаешь, тем больше ты осознаешь, тем меньше ты испытываешь иллюзий. Тем ты понимаешь, насколько наша жизнь, по сути дела, ничтожна в этом Млечный путь. И там наша жизнь такая не видать, понимаете? Нету Хаббла, который это рассмотрит. Вот. Поэтому, с одной стороны, это естественная такая утрата вот этой ощущения нашей собственной ценности. Но дальше вопрос, насколько мы эту ценность собственную способны в жизни, в своей, производить. Потому что, ну да, с точки зрения мироздания, мы никто, звать нас никак, космическая пыль в лучшем случае, понимаете. Но с точки зрения того, что мы можем делать, создавать там, и так далее, это, в общем, тут огромный пласт возможностей. И их надо использовать. И чем вы больше создаете, самого разного. Это может быть, хоть бизнес вы делаете, понимаете, хоть детей воспитываете, хоть, я не знаю, поделки подчиняете, понимаете? Вы создающий, вы творец, вы создатель. Да? И таким можно стать.